В пятницу 26 декабря в РГУ имени Есенина состоялось подведение итогов третьего этапа проекта «Медиаобразование». Проект стартовал в 2013 году на сайте РИА-7 новостей. На третьем этапе студенты второго курса факультета журналистики познакомились с такой деятельностью, как связь с общественностью. О специфике работы в той или иной организации студентам рассказали представители администрации города Рязани, регионального подразделения банка ВТБ-24, модного дома Светланы Лялиной, компании «Политех», Рязанский радиозавод и «Мегафон». Сегодня мы подводим итоги реализации третьего этапа регионального проекта Рязанского государственного университета имени Сергея Александровича Есенина «Медиаобразование». Позвольте приветствовать вас от имени исполняющего обязанности ректора нашего университета Алексея Александровича Зимина. Третий этап конкурса медиаобразования реализовывался вузом с сентября по декабрь нынешнего года, и участниками этого третьего этапа были наши студенты, журналисты второго курса. В рамках данного проекта эксперты, ведущие специалисты по связям с общественностью различных организаций и предприятий Рязанской области провели мастер-классы для студентов отделения журналистики, учебно-ознакомительные экскурсии различные государственные, общественные и коммерческие организации региона. Студентам-участникам проекта была предоставлена возможность проявить себя в качестве лиц, обладающих определенными профессиональными навыками, и записать для дальнейшей публикации интервью с представителями организаций-партнеров нашего проекта.